Сегодня мы поговорим о том, где в наше время можно приобрести запчасти для старой аналоговой, так сказать, звуковой аппаратуры. Конкретно мы сегодня посмотрим вот этот вот магнитофон Saturn 201. Как видите, у него вот отсутствуют две крышки на блок головок. Кроме этого, большая противопыльная крышка, как видите, имеет свои, так сказать, дефекты. Тут было залито клеем и чем-то горячим по ней прошлись. Вот. Ну и часто бывает, что требуется замена универсальных головок. В общем, к чему все это оклоню? Я, как и многие, так сказать, просматриваю объявления на Авито, ну и там нахожу объявления с интересными для меня какими-то запасными частями, либо нахожу технику в нерабочем состоянии, которую можно использовать в качестве донора. Ну а конкретно сегодня давайте я вам покажу. Я вот буквально на днях получил вот такую вот посылку из Уфы. Сейчас мы ее вскроем. И я расскажу, что... Точнее, покажу, что в ней есть. Так, я ее довольно-таки долго ждал. Просто так уж исторически сложилось, что я люблю ремонтировать старую катушечную технику. Вот. А главная беда старой техники – это большой износ магнитных головок. Так вот, я нашел продавца в городе Уфа. Там было дано объявление, что продаются абсолютно новые головки 6D24041. Ну, эти головки ставились где-то на аппаратуру 3-го, 2-го, ну иногда даже 1-го класса. Вот. Стартовая цена была там 350 рублей за штуку. В принципе, это недорого. Ну и, естественно, какую-то часть денег надо было бы отдать за доставку. Вот. В результате, так сказать, торгов на Авито мы сторговались, что я беру 10 головок 6D24041. Они используются на магнитофонах Маяк, Сатурн и так далее. Вот. И вместе с доставкой они мне обошлись в 290 рублей за штуку. То есть я купил 10 головок, отдал 2900, и вот они ко мне приехали. Сейчас я вам их покажу поближе. Ну, давайте я их, наверное, выну, чтобы их было видно. Я, честно сказать, их, как и вы, их вижу первый раз. Вот. Ну, давайте я открою. И мы все это вместе с вами посмотрим. Так, ну вот перед вами эти головки. Так, это я пока в сторону отложу, чтобы нам не мешало. Так. Ну вот, как видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, сейчас я одну поближе, наверное, распакую. Как видите, они все, ну, можно сказать, в масле. Сейчас поближе покажу. Вот в таком они состоянии. Вот она, на них надпись нанесена. 6D24051. Производство 92 года. Ставились они на магнитофоны Маяк, Сатурн, ну и так далее. На орбиты тоже в том числе ставились. Вот такие вот. Они абсолютно новые и не паяны. Так что, в принципе, кому будет интересно, можете написать. Я тогда укажу продавца, если, конечно, это объявление еще на этот момент будет актуально. Так, ну, пока вот эти головки я уберу в сторону. На всякий случай давайте еще раз покажу. Вот они, головки 6D24041.
0.51. Это универсальная головка. Их использовали как и для записи, так и для воспроизведения с магнитной ленты. Они в хорошем, точнее, в отличном состоянии, абсолютно новые. Производство 92 года. Надеюсь, видно. Так, все, их откладываем пока в сторону и переходим к следующему. Ну вот, друзья, это второй номер нашей программы. Это магнитофон Сатурн 201. Приобрел я его в качестве донора для ремонта своего старого магнитофона. Прибыл он в Москву из Перми. Обошелся он мне в 500 рублей. И тут я сразу, наверное, расскажу про авито-доставку. Я ей часто пользуюсь, потому что это довольно-таки удобно. То есть ты оплачиваешь стоимость аппарата, оплачиваешь авито-доставку, и когда ты получаешь сам товар, то, соответственно, деньги с этого счета на авито-доставке поступают продавцу. Вот. Ехал он до Москвы 3 дня. Нет, даже начну не с этого. И тут при оформлении, значит, авито-доставки у меня было 2 варианта. Отправить при помощи транспортной компании Боксбери, либо через Почту России. Время доставки там буквально 3-4 дня, а стоимость была разница в 100 рублей. Как я вам сказал, аппарат мне обошелся в 500 рублей, и если оформлять его было Почтой России, это было, стоило 360 рублей, а если через Боксбери, то где-то рублей на 100 больше, где-то он обходился 460, то есть 500 рублей стоимость аппарата и 460 рублей за доставку. Ну, я какое-то время подумал, решил, лучше, наверное, Боксбери оплачу, поскольку, сами знаете, как часто говорят, что на Почту России там все бросают и кидают, вот, а аппарат мне нужен был целый. Короче, это была моя ошибка. Через 4 дня, когда он пришел в Москву, мне пришла смс-ка, можете получить. Ну, значит, я с этим трековым номером пришел в пункт выдачи в Боксбери, назвал его, а мне говорят, нету вашей посылки. Я говорю, как так нету, вот же номер есть, причем и на сайте компании, то, что она поступила. В общем, стали разбираться. Оказалось, при транспортировке коробка, в которой лежал данный аппарат, сильно пострадал, то есть его уронили, и он получил сильные повреждения. Сейчас я вам их покажу. Тут будет частично видно. Как видите, пострадала вот эта передняя решетка. Теперь в ней не хватает куска. Пострадала задняя стенка, собственно говоря, на которую его и уронили. Вот, поэтому вот эта вот крышечка у меня получилась полностью утеряна в процессе транспортировки. А вот эта вот ножка, если будет видно, видите, вогнулась вовнутрь. Ну, сейчас я поближе покажу, будет видно вам. Ну вот, надеюсь, видно, видите, ножка вмята вовнутрь, здесь вот пошла трещина. А так бы вот этот вот корпусок был бы изумителен и хорош. В результате была утеряна вот эта вот крышка, не знаю где. Либо во время доставки, либо когда уронили, либо кто стащил. Вот, сейчас покажу разбитую решетку поближе. Вот, как видите, пострадала решетка, пострадал внутренний динамик. Ну вот, смотрите, удар пришелся вот на эту вот ножку, когда, видать, коробка уронилась. И видите, какая тут беда. Треснула задняя стенка, треснула задняя крышка нижняя. Вот такая вот штука. А так вот, если посмотреть, вот эта вот задняя нижняя крышка, она была в изумительном состоянии, но, к сожалению, до меня она вот доехала уже вот в таком виде. В общем, суд да дело, я говорю, ну и что делать дальше? Ну, они говорят, вы можете отказаться, так сказать, от этой посылки. Я говорю, ну а деньги-то мне вернут. Говорят, деньги за саму, вот, за стоимость посылки мы вам вернем, а за пересылку нет.
Но я так подумал, ну что ж такое, весь аппарат 500 рублей, а пересылка мне там 460 обошлась. Думаю, бог с ним, надо забирать. Ну и тут оказалось все непросто. Оказывается, когда вот такая техника уже, видать, какой-то был акт составлен, что он получил повреждение и утерян, в общем-то. В общем, с грехом пополам, наверное, час в Боксбери в этом центре выдачи прошивался, но все-таки аппарат забрал. Объясню почему. Так, во-первых, ну, как видите, крышка по сравнению с моим аппаратом в гораздо лучшем состоянии. Как видите, сейчас вы его увидите поближе. Вот, он. Это пыль, это ничего страшного. То есть лицевая панель тоже сохранилась лучше, чем на моем. Присутствуют крышки блока головок. Я как-то пытался вот такие вот комплект крыши купить в Москве. Так мне вот за эти две крышки просили 500 рублей. Я сказал, ну что, с ума сошли, что ли? Я вот весь аппарат лучше за те же деньги возьму и, так сказать, из двух, из трех соберу. Кроме того, здесь все, видите, ручки на месте. Вот. Так что вот, ребят, вот это мое приобретение, которое обошлось в 500 рублей и плюс 460 рублей за пересылку в Боксбери с приключениями. Так что я теперь надеюсь, вам понятно, откуда у меня берутся запчасти. Собственно говоря, я думаю, мой опыт, может быть, кому-то пригодится. Так что не ведитесь на условия доставщиков. Не смотрите, какую цену с вас просят. Бывает, что заказать через ту же почту России, и можно получить аппарат и дешевле, и вот без таких вот косметических дефектов. Тут, так сказать, как повезет. Ну, на этом, наверное, все. В ближайшее время я продолжу восстанавливать свой вот этот вот полусамодельный магнитофон. Выложу, наконец, его видео с его полным восстановлением, потому что у меня, в принципе, тормозило только вот косметические дефекты, которые у него есть. Восстанавливать то, что вот у меня с 82 года сохранилось, нету смысла, потому что, ну, я не буду показывать, там много всяких дефектов. Во-первых, вот эти вот все надписи уже полустертые, полусгнившие, пластмасса имеет глубокие царапины. А здесь все было бы хорошо, но, к сожалению, доставка подвела. На этом все. До свидания. Надеюсь, что кому-то это было интересно. Ну и ждите окончательное полное видео по восстановлению Сатурна 201. Теперь меня ничего не сдерживает, и в ближайшее время я его выложу. До свидания и до новых встреч.